закрыл двери. А тут это репортер. Откройте, пожалуйста, это репортер. Я репортер. Откройте, пожалуйста, репортер. Я хочу себе взять интервью у самого мэра. Я репортер. Давайте для начала. Хорошо, выхожу. Хорошо. Дурацкие эти. Что вы сказали? Дурацкие, знаете, как это много. Становитесь мэром. Да времени занимать! Да я гола! Мэром становитесь, а потом уже что-то говорить. Возьму для местной газеты. Скажу, какой безграмотный молодой человек! Да всем похуй, ты что, не понимаешь, что ли? Ай, ничего приятного. Отойди от меня! Ты дебил? Ты зачем стреляешь? Ты зачем? Повар. Алло, повар. Ты мне зачем уничтожил? Мне нужна еда. Ты зачем уничтожил хилку? А мне еда нужна, алло. Какого фига? Ты по какой причине хилку уничтожил? Алло. Это было похоже на взрывчатку. Может дать мне кумыс? Сколько? Давай мне... Сколько? Сколько тебе кумысов? Давайте 50 кумысов. Сейчас иду. Водить умеешь, дядя? Ну да. Опа. Пацан, тебе поможешь? Ушел. Ты поможешь? Ушел раз. Ушел два. Тебе помогу. Занимают? Пацаны, уходим по-хорошему. Это уж не РП, я считаю, это просто... Да, РП, да, спасибо. Это уже профтёр, понимаешь? Это просто... Видишь, касается, претензии. Алло. Эта штука не простреливается. Вот эта штука. Ай-яй-яй. Аккуратно. Минус кумыс. Помогите.
Полиция, 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 помогите, нас атакуют. Полиция. Они угрожали нам. Ребят, с ними я вам помогу. Пацаны, вы что, ебало, бля? Стоп, она простреливается или нет? Вы ВД будете, вы не можете открывать, закрывать как-то. Она, стоп, она не простреливается, серьезно? Пошли. Не простреливается, вот там прикол есть. Пошли, пошли. Чего? А вот сюда постреляли. А, спасибо. Что-то ничего не сделаешь, они ша будут про гендура ничего не делать. В смысле мы обудем? Мы вообще ничего не делаем, это не наш пропы, алло. Ну. Профи. Нет, дай. Типа вы рейдите. Вы рейдите или что? Смотри, где-нибудь, блин, что? Меня увольняют, серьезно? What the fuck is this? Смотри, причина была вот сейчас. Подожди, что? Серьезно, че, админ? Вот. Попроси, чтобы меня телепортировали, я хочу посмотреть на это. Нет. Ты не участвуешь в этой ситуации. Привет. Куда ты идешь? Я хочу у него купить еды. По какой причине ты мне... Зачем ты... Я у тебя хочу... Можно у тебя пить? Пить? Нет, папа, не зафрись работает. Его. Зафрись. Вот, или в меня, да, пятёру. В меня. А, вот. Так, я тут. Когда я тебе закажу? Ты меня уволил с причины ограбления посредине она... улицы. Что это за дичь такая? Ага. Так, здравствуйте. То есть смотри, у меня есть даже демка. Я даже не поленюсь ее залить на YouTube. Показать администратору. Все это время я находился дома. И ты меня такой раз и увольняешь с этой причиной. А, поясни-ка, пожалуйста. Зачем ты меня уволил? Я же ничего не сделал. Короче, так. Это было давно. В смысле давно? Я вообще никого не грабил. Ничего так? И у меня видео записывается, сейчас скажу, примерно 4 часа. За эти 4 часа я никого ни разу не ограбил. Только меня 2 раза грабанули. О чем ты вообще? Так я не пойму, зачем ты тогда за грабителя? Играешь. А какая тебе разница? Хочу, а? Играю. А нет бы стать бандит. Ты, как я понял, ты меня уволил только для того, чтобы получить эту профу. Я так понимаю? Нет, я уволил тебя потому, что кто-то из таких, как ты... Из таких, меня как ты, у меня... Ты мой ник видишь? Увольнение видишь? Причем тут другие? Нет. Ты меня уволил? Смотри, у меня видео записывается в данный момент 45 минут. И еще да та 3 часа. Мне все равно на твое видео, чувак. Мне все равно на твое видео. Когда это было? Когда это было? Говорим. Ну, примерно. Ну, часа полтора назад.
какой-то даун. Где это было именно? Я стоял и играл в рулетку. Это было как напротив мэрии, ой, напротив спавна. Идешь, тот, который не под землей, а там. Идешь ты там напрямую, и там возле того огромного генератора, я тупо стою, играю в рулетку, и меня тупо подходит какой-то даун и грабит. И стырили у меня 10к. Ага, то есть ты тупо на рандому уволил чувака, у которого была профа грабитель, то есть я, да? Тупо на рандом. Правильно? Он офнулся. А. Торговец. Иди сюда. Торговец. Блин, сядь давай, вот-вот едем. Чувак у тебя купить хочет. Не волнуйся, тебя ничего не будет. Окей. Давай вот сюда, пацаны. Ты шо? АК-47. Ctrl, нажми Ctrl, все. А о чем там это? Он говорит, написал. Сколько будет стоить 10 коробок калашей. Ой, 10. Коробок? Нифига себе. Стой, коробок? Ты серьезно? Так это всего лишь 2 слота, Вась. Вот. Нормально. Ну, хотя это типа вообще, это очень типа много. Давай, считай. Чё, типа ему 10 коробок? Да. Okay. Смотри. Сейчас посчитаю, погоди. Погоди. Стой. Стой. Если в одной коробке сколько? 5 калашей, да? Или сколько? По-моему, 3. 5. Капец, у него калашей там будет просто. Подожди, ща, погоди. 5 умножить на... Капец. На 10? 50 калашей, ты серьезно? Ты куда их тратить? Давай, считай. Ты что, издеваешься? Стой, подожди, это сколько? 50 калашей? Давай, считай. Доктор, считайте. Считайте. Ну, я вот... Ну, я уже посчитал. Ну, сколько? Короче, ну... 400 тысяч. Ты представляешь? Чувак, может давай без наценок? Или ты и так без наценки? Или ты с наценкой? Ну, без наценки. Ну, серьезно тебе говорю. 400 тысяч? Серьезно, ну, капец. Ты 40 тысяч? Ну, 40 тысяч умножь на 10. 5 коробок, 5 коробок, сколько? 5, да. 40 разделить на 2, 4, это 200к, да? 200к. А, не, стоп, я дебил какой-то. Сколько? Нет, стой, погоди, он там это, 3 коробки или 5? Вот, 5 коробок. Вот, да, 5 коробок, короче, это будет... Ну, 200к, вот. 200к уже. Да, маленькие мне не нужны. 200к. Я на маленьких не люблю Всё. Капец сделка. Капец. 200к, офигеть. Ну, я дал тебе 20. Да, или чё? Я тебе дал 20. Я дал тебе 20к. Попробуй кинуть. Нет, я уже дал тебе, у меня было сообщение. Ты кто такой? Да. Ты что за покемон? Он тебе дал. Пристрели его, он это мешает.
А, серьезно? Стоп, я 20. У меня было 40, я тебе дал. У меня сейчас 28 есть. Было 248, осталось 228. Чуваки, а ничего то что он на вашу машину там взламывает? Чё, ты чё? Я ничего не взламывал. Я не взламывал. Блин, я тебе дал 20к, реально. Всё, он уехал. Так я ж тебе дал 20, тебе может 40 надо было. Как все сложно, 40к это много. Капец, у тебя денег, чувак. Тебе их не жалко? На еще 20. Так, мистер. Так, а ну-ка, идите-ка лучше отсюда. Ну опять перепутал, капец, ты молодец. Короче, перечисление 200к, и я тебе даю... Пожалуйста, покинь лучше эту территорию, потому что здесь слишком сильная сделка происходит. Очень сложно и потно. Да убейте его, блин, он это, свидетель еще. Ты перекидывай, не волнуйся, наш этот друг твой поохраняет. О, да, ты скинул. Короче, сейчас дам 5 коробок, подожди. Давай. Считай нафиг. Отойди. Все дал. Чего, серьезно? Капец ты, конечно, Ага, минус. Эй, этого убили, что ли? Все, да? Да, капец. А, ты здесь? Да, убили его. Офигеть. Все, окей, сейчас. Ты тут сколько? Ты представляешь, 5 коробок. 5 коробок, Карл, 5. 5. Капец. Это же жесть, 5 коробок. Я все, я свободен, да? Да. Смотрите, граффити. Вот если у Гелика. Если вот у Гелика нет банды, то это все это. Особенно если ты не будешь... А что такое буррито? Это мексиканская еда? Это типа как буррито, только это по S. По типу то это, мексиканская шарель. Знаешь, как придумался этот, ну, банда? Смотри, вот посмотри на мой ник. Нет. Вот человек, да? Как ты думаешь, как я его придумал? Да. Ну, не знаю, человека ед. Я просто поменял одну букву. Здесь то же самое. То есть здесь есть буррито, а есть буритос. То есть типа буритоса нет, а есть буррито. Но как бы по сути человека нет, а человек есть. Вот. А еще смайлик у меня есть, которого нет ни у кого. Вот. А почему буррито? Ты слышал, когда это вообще самое? Буррито это которое ням-ням, которое на шавуху похоже. Шавуха. Да, это мексиканская шавуха. Нет, да какая разница, ты все равно теперь в буррито.
Обыск нужен. Пацаны, пацаны, ломают, ломают, ломают. Ломают, алё, ломают нас. Окей. Ломают. Какого фига? Нас ломают, алё. Копы. Вы чё, дебилы? Не откры... Они сломали. Сломали, дай пройти. Закрывайте. Сломали, сломали, сломали. Закрыл. Не откры... Убил, 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 убили, убили, закрывайте, убили, закрывайте, закрывайте. Убили одного, закрывайте. Дайте кумыс. На. Я сейчас умру. На. Там еще вроде один. Яблочки. Яблочки, яблочки. А, блин, стоп, они не пополняют. Все не ешьте, все не ешьте. Суп. Все плохо, все очень плохо. Ай! Ука, боль! Там, там даун. Так, давайте, это самый лучший выход. Закрыть окна и просто ждать. Потому что... Угу, топовая идея. Да, потому что... Слушай, они вот эту стену не прошьют? Помогайте мне, помогайте, они на втором этаже. Не надо помогать! Они на втором этаже. Выбрать! Помогайте мне! Да не помогайте! Не... У меня 20 хп. Я мир, я в душе заспею. Вылечите меня, подлечите. Пожалуйста, зайди к ним со спины. Не лечите его, пожалуйста. Серьезно? Не лечите его, пацаны, не лечите. Она не простреливается? Да. Это да, это нет. Вот это что он поставил? Полиция! Ари, не приходите, не надо, не вызывайте. Полный пипец. У кого хилка? У кого хилка? Закрыл. Вот сюда. Давайте. Ой, блядь, попали, пацаны. Кумыс есть, попали, пиздец. Отбирай. Короче, надо
Одновременно просто надо залетать, все. Все вместе. Так давайте рейд, запрос на ордер произведем. Давайте на счет 3 толпы залетаем. Все, нам нужно все в линию, все в линию, все в линию. Поможет. Во-во-во, назад, назад. И подошел ролик к концу. Если он вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал. По возможности напишите комментарий. И в принципе все. Ролик получился такой 50 на 50. Смешанный, что ли. В общем, всем удачи. Всем пока.